вызывает тебя к себе на очередной урок. Гарри, когда пойдешь к Дамблдору, не говори ничего о Малфое. Он что-то задумал, рыскает по замку и даже Крэба с Гойлом с собой не берет. Да, на него это не похоже, но у тебя нет никаких доказательств. Тогда чего он все время пасется на седьмом этаже и... На седьмом этаже, точно! Он использует выручай комнату, и поэтому он исчезает с карты мародеров. Если он ходит в выручай комнату, ты никогда не узнаешь, что он там делает. Собственно, поэтому мы ее и использовали для собрания ОД. Лучше сосредоточься на уроках с Дамблдором. Вингардиум Левиоса! Мне пора навестить Виолетту. Вингардиум Левиоса! Ник! Почти безголовый Ник! Торопись, Гарри! Нельзя заставлять профессора Дамблдора ждать! Беги в зал перед главным входом! Ух ты, Гарри Поттер! Избранный! Закрыто! Придется искать обход. На твоем месте я бы поговорил с Гаргульей у входа в вестибюль. Она пропустит тебя к Дамблдору. Привет, Гарри. Пришел встретиться с Дамблдором. Я тоже. Что случилось? С тобой все в порядке? Да, пустяки. Слизеринец украл мой плюй-камень. Это взрыв-камень. Подарок от мамы на Рождество. Кто это был? Он! Жди здесь. Я верну твой плюй-камень. Чего тебе надо, Поттер? Иди лучше к своей подружке-грязнокровке.
Эй, это ты забрал взрыв камень у той девочки? А тебе-то какое дело? Верни его. Иначе что, сглазишь меня? Вряд ли профессору Снегу понравится, что ты напал на слизеринца. Будешь потом наказание отрабатывать 100 лет. Остолбеней! Остолбеней! Теперь отдавай взрыв камень. Чтоб тебя заплевало! И в следующий раз дважды подумай, прежде чем грабить учеников. Вот, держи. Спасибо, Гарри. Ты самый лучший. Кислотные леденцы. Добрый вечер, Гарри. Профессор, я насчет Малфоя и Снегга. Профессора Снегга? Я уже говорил тебе, Гарри, я верю Северусу. Мой ответ неизменен. Теперь перейдем к нашему делу. Я нашел очень мало воспоминаний о Томе Редли в Хогвартсе. Однако я нашел вот это. Батюшки, как поздно. Юноши, вам пора. Лестрейндж, Эвери, я жду вашей работы. Живее, Том. Нет, Том, я ничего не знаю о крест-стражах. А если бы и знал, вам не сказал бы. А теперь уходите. Я не понял, что произошло. Профессор Слизнард немного подправил воспоминания. Гарри, ты должен уговорить профессора показать его подлинные воспоминания. Сделай все возможное. Это очень важно. Но тебе пора на тренировку по квиддичу. Бракоборцы открыли проходы. Ты успеешь добежать до стадиона. Удачи, Гарри. Шалость удалась. Привет, Гарри. Тебя искала профессор МакГонагал. Ты знаешь, что ей надо? Нет, но она ждет тебя в зале трансфигурации. Думаю, дело серьезное. Гарри, я тут провела исследование, ходила в библиотеку. Я обшарила все, даже особую секцию, и не нашла ничего об этом принце полукровки. Ни одного упоминания, кто он такой и откуда. Ясно, может быть, он не такой уж и плохой? Пойдем к профессору МакГонагал. Ау! Вот вы где. Я хотела с вами побеседовать после тех злосчастных событий в норе. Почему, когда что-то случается, вы всегда где-то рядом, а? Знаете, профессор, я всю жизнь бьюсь над этим вопросом. Я слышала, Гарри, вы вступили в дуэльный клуб. Вам тоже надо вступить туда, вам и Уизли. Подготовка никогда не бывает лишней. Вы способны на большее, чем многие гриффиндорцы. А, вот и тот, кого мы ждали. Привет, Гарри. Это Аланис, капитан дуэльного клуба Коктеврана. Мисс Грейнджер, идите со мной. Запишем вас в дуэльный клуб Гриффиндора. Мы отрабатываем левий корпус. Давно хотела научиться этому заклинанию. Покажешь его нам? Хорошо. Левий корпус!
Спасибо, Гарри. Но смотри, кто-нибудь из когтевранцев наверняка попытается применить это заклинание против тебя же. Давай проведем настоящую дуэль. Чемпион когтеврана среди юниоров против Гарри Поттера! Спасибо, Гарри. Ты почетный член клуба, поэтому можешь пользоваться тайным ходом через портрет. Пароль «Свет против тьмы». Попробуй поучаствовать в наших соревнованиях. Список висит на доске объявлений. Да, Гарри, мастерство приходит с практикой. Кстати, ведь вы уделите внимание тренировкам по квиддичу. Я очень надеюсь, что в этом году Гриффиндор возьмет кубок. Поторопитесь, Поттер! Победу на опозданиях не построишь. Вингардиум Левиоса! Куда-то спешим? Гарри. А. Да. Эх, помолодеть бы. Свет против тьмы. Удачного поединка! Не понимаю, на кой нам это учить? Прекрасный Кадоган. О, сэр Кадоган, мой кумир.
Инцендиум! Я из-за нее 1000 лягушек купил. Почти всю коллекцию собрал. Значит, придется купить еще 1000. Всего-то и дело. Эй, отстань от него. Не твое дело, Поттер. Шел бы ты чистить метлу. Остолбеней! Спасибо, Гарри. Она настоящая стерва. Вот возьми в благодарность мой значок. А я попробую найти еще. И может быть все-таки наберу очки.